Здравствуйте! Сегодня я для вас приготовил кассетную деку от компании Technix, модель RSBX501. Данная дека выпускалась в 1994-99 годах и является последней автореверсной кассетной декой, произведенной компанией Technix. Данная дека имеет две головки, два мотора, функцию ATC, функцию автокалибровки параметров записи под конкретную ленту по трем параметрам: ток подмагничивания, уровень и эквализация, поиск по паузам, имеет электропривод кассетоприемника, счетчик ленты в режиме реального времени и виртуальных числах с функцией остановки по памяти. Также в данной деке реализована перемотка с режимом турбо, и дека имеет встроенный сенсор для пульта дистанционного управления. Давайте теперь попробуем произвести автокалибровку с последующей записью и последующим прослушиванием. Автокалибровка. Сейчас дека записывает серию тестовых сигналов с разным током подмагничивания и далее выберет те параметры, при которых запись получилась более качественная. Сейчас происходит настройка параметров эквализации. Если дека обнаруживает, что происходит падение высоких частот, то она автоматически при записи их и увеличивает с тем, чтобы они соответствовали потом оригиналу. А сейчас происходит калибровка уровня. Если дека обнаруживает, что происходит падение уровня при записи, то уровень автоматически увеличивается с тем, чтобы он соответствовал оригиналу. Все, автокалибровка закончена. Теперь произведем запись.
от данной композиции «Элисон Майот» у меня просто даже мурашки по коже. Теперь воспользуемся функцией «Поиск по паузам» и перемотаем на начало данной композиции. Вот, слышите, режим «Турбо» работает. На этом у меня все. Спасибо за внимание.